президент Азербайджана и в этот раз поставил Пашиняна перед фактом. Президент Ильхам Алиев всегда старается донести с международных трибун правду об Азербайджане и раскрыть суть захватнической политики Армении. Об этом сказал депутат Мили Меджлиса парламента Эльман Насиров. По его словам, это еще раз подтвердили выступления главы государства на недавних международных мероприятиях на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде. Президент Ильхам Алиев с приведением конкретных фактов рассказал о вкладе Азербайджана в победу в Великой Отечественной войне. Глава государства сказал также, что в Армении пропагандируется фашизм. Проводится политика по увековечиванию и героизации приспешников фашистов, что есть неприемлемо. Президент Азербайджана подчеркнул, в 2016 году в центре Еревана был установлен памятник фашистскому палачу Гарегину Тер-Арутюняну, известному как Гарегин НЖД. Глава государства, напомнив, что Гарегин НЖД непосредственно сотрудничал с фашистами, привел цитату из 12-томной энциклопедии «Великая Отечественная война 1941-1945 годы», изданной главой редколлегии Министерства обороны Российской Федерации под председательством министра обороны Сергея Шойгу. Депутат отметил, что глава азербайджанского государства и в этот раз поставил Пашиняна перед фактом. После этого выступления президента Азербайджана армянская пресса резко раскритиковала Пашиняна, подчеркнув, что он не профессиональный и популистский политик, а президент Азербайджана в нужный момент с самых высоких трибун доносит правду об Азербайджане, обосновывая свои слова историческими фактами. Напомним, что 10-11 октября 2019 года президент Ильхам Алиев находился с рабочим визитом в Туркменистане для участия в заседании Совета глав государств СНГ. Приветствую, дорогие подписчики! Прошу вас поддержать канал своими лайками. Делая это, вы помогаете продвижению роликов в YouTube. И не забывайте нажать на колокольчик над видеороликом, для того, чтобы получать уведомления о новых видео на канале. Всем большое спасибо за просмотр. Удачи!